Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала «Магия успеха, здоровья и самопознания». Меня зовут Наталья, кто со мной не знаком. Сегодня предлагаю разобрать такую интересную тему. Подсказки высших сил о нем. Да? Что хотят вам сообщить, что вы должны знать, на что, возможно, обратить внимание касательно того человека, которым вы интересуетесь. Вариант будет один. Подумайте, пожалуйста, о нем. Представьте его, визуализируйте. Постарайтесь пригласить его в свое пространство. Мысленно попросите высшие силы, чтобы дали вам подсказку об этом человеке. Да? С добром он к вам. Не знаю, что сейчас будут говорить арканы. Давайте смотреть. Подсказки о нем от высших сил, да? Кому не хватает времени настроиться на расклад, видео всегда можете поставить на паузу. Итак, посмотрим ситуацию, сигнификация ваших отношений, и отсюда вы уже будете понимать, да, ваш ли это расклад или нет. Итак, смотрим. Ситуация между вами на сегодняшний день. Ну, здесь ваши отношения зашли в некий тупик, да? Ну, давайте смотреть более подробно. Тут башня. Тут ваш... А, нет, извиняюсь. Тут жезлов. Прошу прощения. Не доглядела, да. Ситуация между вами. Смотрите, здесь... Мне идет такая история, что женщина закрывается от этого человека. Женщина закрывается. Возможно, у вас, девочки, прослеживается некая ревность к этому человеку. Интересно, выходит, вот однозначно между вами есть притяжение друг к другу, есть страсть, есть желание. Вот это между вами присутствует, как у вас, так и у него. Но вы, девочки, закрыты. Вы запутались на самом деле, да? Вы уже не понимаете, чему верить, а чему не верить. Вообще, что происходит? Вот здесь вот выходит мужчина такой, знаете, такой самовлюбленный, такой хороший. Ему очень важно, чтобы вот у него все было в достатке. Ему очень важно, чтобы у него прям исполнялись все его желания. Ему очень важно... материальная составляющая, удовольствие, чтобы он был хорошо одет, обут, плотно, чтобы живот его, как говорится, был набит, да, какие-то его личные увлечения, развлечения. Здесь такой человек, который, в принципе, ну, знаете, хотел бы жить на широкую ногу. Может быть, он так и живет на широкую ногу, да. И, возможно, вы, зная о его... как бы таких качествах личности, да, которому очень важно, чтобы вот прям было удовлетворено все, он закрал в вас какие-то сомнения. Вы можете как-то за ним подглядывать, подслеживать, да? Вы не доверяете этому человеку? У вас действительно здесь... А что происходит? Вот я чувствую, вот понимаете, здесь двойка мечей, да, там есть, так сказать, месяц, да, то есть у вас вот интуиция, она немножечко так подсказывает, что что-то идет не так. Либо вы подозреваете, что этот человек женат очень глубоко, то есть вы встречаетесь с этим человеком, да, как-то, может быть, раньше он не показывал вам вот эту вот свою сторону, а тут вы начинаете подозревать, что человек реально женат. И у него, в принципе-то, все хорошо. Либо в целом вы являетесь вот семьей, ячейкой общества, да, но вот у вас есть какие-то подозрения к нему. Ну, либо действительно это женатый человек, которому... Как говорится, и дома хорошо, и с вами может быть хорошо, да? И здесь вот вы как-то уже с этой историей мириться-то на самом деле не хотите.
Вот если вы находитесь в тайных отношениях, вы уже не хотите, вы, скорее всего, как-то могли, ну, заблокировать его, да, вот где-то вот, ну, как-то почувствовали с его стороны, ну, какое-то вот, может быть, нахальство даже. Ну, может быть, не совсем нахальство, но, ну, как-то вот человек старается все больше для себя, ну, сколько можно, да? Здесь примерно такая история. Хорошо. Хорошо. Давайте сразу спрашивать, да? С точки зрения высших сил, да? С точки зрения высших сил. Вот подсказки относительно загадного человека, да? Вот что хотят вам передать высшие силы относительно этого человека? Что хотят вам о нем сказать высшие силы? Смотрите, этот человек на самом деле очень амбициозный, да? Он долго в жертве зависать не будет, если даже вот это вот некую такую стагнацию, двойственное такое состояние, да, он организовывает сам самостоятельно, он долго здесь засиживаться не будет, потому что у него есть свои мечты, желания, и к которым он всегда стремится с очень такой, вот тут если один туз жезлов, да, то он это все объединяет, как говорится, да, все свои, и на полной скорости несется к достижению того, чего он хочет. Здесь человек долго зависать не будет, понимаете, сам по себе. Он двигается, он не стоит на месте. Вообще, сам человек этот может быть казаться, с одной стороны, что он какой-то непонятный, вот реально человек с двойным дном, а что у него на уме? И ты действительно не понимаешь. И ты думаешь, блин, какая-то черепаха, да? Ну, я условно, конечно, никого, конечно, не хочу оскорбить. И в то же время ты в нем замечаешь прям страсть, огонь, жгучее желание, там, я не знаю, перемещаться, двигаться, фигура там, фигура здесь, да. И у этого человека действительно могут быть амбициозные цели. Здесь человек может быть публичной личностью, либо этот человек очень хорошо, ну, как бы, такой авторитетный человек в каком-то определенном круге людей. Он может быть немножко таким, знаете, отстраненным, холодным. Отстраненным, холодным. Ну и также здесь проходит информация о том, что если между вами сейчас зависшая ситуация, и вы находитесь на расстоянии, то, возможно, человек хотел бы к вам как-то приблизиться, возможно, вам письмо написать, ну, я имею в виду смс-сообщение, либо позвонить, чтобы выйти из этого состояния вот зависшего какого-то непонятного такого, ну, неудобно висеть вниз головой, очень неудобно. Для кого-то проиграется и так. А для кого-то, может быть, девочки, проиграться и такая история, то, что человек, то есть высшие силы вам дают подсказку, этот человек сейчас занял такую позицию, я подвисаю, я отстраняюсь, и я звезда. Вот теперь вы меня догоните. Потому что все-таки звезда выпадает больше на его стороне, девочки, не на вашей, да. Вот вы сейчас можете находиться больше в состоянии жертвы, да, нежели он. У него вообще может быть сейчас вообще все круто, как говорится, все там на ок. Семья, близкие, родные, здесь могут быть праздники, могут быть здесь, либо, ну, подготовку я особо не вижу, но что-то намечается, понимаете, возможно, действительно, тут день рождения может быть, да, по девятке кубков, это какой-то семейный будет праздник, либо просто какая-то семейная посиделка, либо с друзьями,
к чему-то здесь реально люди могут готовиться. У них все, у него все хорошо, понимаете, человек реально достигает того, чего он желает, чего он хочет. А вы находитесь в состоянии жертвы. Смотрите, вот у вас какие арканы выходят, такие холодные, тяжелые, недоверие, ну какая-то такая история, да? Это я сейчас говорю, если вы, ну, как бы в разных домах проживаете. Если вы все-таки же на одной территории проживаете, да, то здесь, ну, человек пока может, конечно, от вас отстраняться, да, вас, возможно, в чем-то обвинять, да, потому что здесь самовлюбленный такой мужчина, вас может в чем-то обвинять и действительно может ждать, как бы, от вас проявления в его сторону. Ну, а для кого-то, еще раз повторюсь, что человек может сам как-то пытаться к вам проявиться. Разные варианты, людей много, поэтому постарайтесь понять, где ваше. Постарайтесь понять, где ваше. Еще подсказки. Еще подсказки о загаданном человеке от высших сил. Что хотят вам передать, и чтобы вы это знали. Король жезлов, да? Угу. Вот смотрите, здесь король жезлов действительно сейчас может занимать такую позицию. Это тогда, когда я ухожу в тишину. Я ушел на подумать. Мне нужно хорошо взвесить, да? Балансировать, конечно, мне тут как-то немножко сложновато. Вот знаете, такое ощущение здесь у человека, как бы, с одной стороны, жизнь протекает очень бурно, очень активно, да, и в то же время для, скорее всего, для вас здесь идет вот реально некая такая тишина, отдаление. Он от вас закрывается. А вы его видите королем жезлов. Таким мужчиной очень ярким. Ну, опять-таки, да, то жезлов между вами. Ярким, таким продвижным, сексуальным, таким брутальным может быть этот человек. Ну, не обязательно, конечно, но тем не менее, да. Поэтому вот здесь вот, конечно, тут волей-неволей ты обратишь на такого человека свой взор, свое внимание. Ты на нем реально можешь залипнуть и подвиснуть, да. Но опять-таки, такие люди, вот по королю жезлов, они чуть-чуть все-таки не внушают доверия, потому что они могут быть непостоянны, честно говоря, да. То есть это те мужчины, которые, ну вот он как нормальный мужчина-завоеватель, он свое получил и вот как-то вот, ну и ушел, как говорится, в какие-то свои дела. Поставить все на какую-то паузу. Точки я, конечно, здесь не вижу, но на паузу реально человек может поставить. И здесь человек задумывается, кстати, да? А нужно ли ему вообще как-то вот из этой паузы выходить? Он как-то вообще отворачивается. Вот тут в вашу сторону, конечно, он подглядывает, да? Он, кстати, может за вами из-под тяжка где-то подглядывать. Потому что вот паж мечей, король жезлов, он может за вами где-то подглядывать, как-то украдкой, тайком, чтобы никто ничего не знал. А как вы там поживаете, да, допустим? А как вы там себя чувствуете, да? Или узнавать у третьих лиц, да? А в жертве ли вы или нет? Ну, тут здесь какая-то такая история идет, вообще непонятно. Давайте-ка еще посмотрим. Верховная жрица, тут у меня одни колоды, да. Вообще этот человек загадка. Вот если вы с ним проживали, как говорится, всю жизнь, поверьте, вы его вообще не знаете. То есть этот человек, вроде бы вы понимаете, что он то, пятое, десятое, но поверьте, вы не знаете, на что этот человек способен. Потому что он сам не знает. Он непредсказуем сам для себя на самом деле. Он очень интуитивный. Девочки, и если, допустим, у вас, ну, уже длительные отношения, ну, хотя не обязательно могут длительными отношения быть, но ментальная связка, она может произойти, понимаете, сразу. Он действительно может вас считывать.
на расстоянии даже считывать. А еще человек очень четко здесь подкован в плане психологии, женской психологии. То есть здесь человек будет примерно понимать по взгляду женщины, что у нее, как у нее. Некоторые мужчины вообще по барабану, они даже не замечают, там поменяла женщина прическу или нет. Им вообще все равно. Этот мужчина не такой. Он очень чувственный. И он замечает каждую деталь в женщине. Вот поверьте, вот здесь вот реально. Потому что король жезлов, он избирателен в своих, ну, как бы, в своей второй половинке, понимаете? Он очень избирателен. И как бы там, он себя очень уважает. А тем более здесь девятка чаш, он вообще, ну, тут самовлюбленный мужчина, честно говоря. Очень самовлюбленный. И ему нужно, чтобы вокруг него плясали. Вот смотрите, здесь девушка пляшет, да? А если вокруг него плясать не будут, то он уйдет как раз-таки вот в эту определенную стагнацию. А если ему, допустим, если вы даже и поплясали, а ему не понравилось, он реально может отвернуться и обратить взор совершенно на другую девушку, женщину. Понимаете, здесь какой? Мужчина интересный. И вы действительно не понимаете, можете не понимать, что не так. И вот, знаете, и у вас, возможно, вот какое-то недоверие, а вообще что происходит, да? Ну, как-то, может быть, действительно, мужчина как-то отвернулся, вроде бы все хорошо было, да? Но он тут бац и отвернулся от вас. Что еще хотят вам сказать высшие силы? Дать подсказку об этом человеке. Немножко вскроем его, да? Чуть-чуть вскроем. Что еще из потока хотят вам дать подсказку высшие силы? Тройка мечей, девочки. Тройка мечей. Еще тройка мечей. Маг. Десятка мечей. Туз мечей. Ну, смотрите. Здесь человек очень... Давайте так скажу. Хладнокровно может... разбивать сердца женщинам. Возможно, вот тройка мечей, девочки, опять-таки, с вашей стороны, да, у вас разбито сердце, может быть, да, то есть он вам что-то такое сделал, некрасивый, может быть, его некий такой поступок был, да, все-таки, опять-таки, король жезлов, не хочется говорить это нехорошее слово, предательство, но тройка мечей, здесь человек склонен все-таки организовывать какие-то ситуации, где будут присутствовать не только два человека, но еще что-то, либо кто-то. И вот здесь получается, что хотят вам дать подсказку высшие силы, девочки, он по магу реально может хладнокровно разбивать сердца и уходить, ставить точку. Туз мечей. То есть здесь человек... Но он знает себе цену, понимаете, вот какой. Если его что-то будет не устраивать, ну и бог с ним, мы найдем лучшее. Понимаете, здесь вот проявляется такой некий эгоизм у человека. Это, знаете, примерно из той серии «Свято место пусто не бывает». Если вы, конечно, являетесь его второй половинкой, у вас супружеские отношения, то... Это больно, наверное, сейчас слышать вот эту всю историю. Может быть, это расклад не для вас. Не притягивайте все на себя. Не нужно. Не нужно. Для кого-то, девочки, вот смотрите, вот такая информация. Для кого-то немножко другой поток будет, да? Двоякая, конечно, идет. Девочки, смотрите, а вы ведь тоже могли этого человека ввести в такое состояние. Знаете, мне такое ощущение, что вы, ну, друг друга стоите, да? Если вы пошли ему в пику, допустим, ну, гипотетически, я же не знаю, какие у вас там ситуации могут быть, да?
Если вы пошли в пику, если вы заблокировали его, да, ну как-то вот взяли это и сделали, да, то он может себя сейчас чувствовать жертвой, король жезлов за вами подглядывает, и у него разбито сердце, понимаете? И он не может догнать по двойке жезлов. А вообще что произошло? Что за манипуляции такие дурацкие, да? Десятка мечей. Ему плохо. Вот, девочки, у кого-то может... Вот если вы, вот смотрите, если вы стали инициатором вот этого блока, тогда ему плохо. Потому что вы задели его эго. Если вы его не ставили в блок, ну тогда это он вами управляет больше, и он может действительно ваши отношения вот реально поставить на очень такую долгую паузу, а вообще может поставить точку. Хладнокровно причем, да? Это замечательно. Ну давайте самое главное. Подсказка, все-таки самая главная подсказка от высших сил, вот о вас все-таки, да, чего именно вас касается, вот конкретно, ну, понятно, что тут тоже как бы это все вас касается, но такая подсказка главная, наверное. Подсказка от высших сил. Главное его все-таки отношение. Истинное, давайте так, истинное отношение вот все-таки к вам. Вот подсказка, чтобы вы для себя понимали, как человек к вам относится в целом. Неважно, что между вами может происходить, да? В целом, подсказка. Император. Девушки, но он хотел бы все-таки быть главенствующим. Давайте. Башня. Восьмерка кубков. Истинное отношение к вам. Но он сейчас не добр, это однозначно. Давайте так скажу. Вот в вашу сторону он как-то вот не совсем положительно настроен. Идут вот в ваших отношениях все-таки идет вот некое такое разрушение. Почему? Почему это разрушение? Королева жезлов. Смотрите, девочки, либо вы действительно всю эту историю заварили, кашу, как говорится, да, если вы его заблокировали, то здесь сейчас человек пытается взять себя в руки, потому что император, у него слетает корона, понимаете, тут какая история идет. Его отношение, его к вам тянет, да, у вас сильная... Притяжение друг к другу. Еще туз жезлов здесь показал. Да, вот страсть все равно между вами есть. Но, возможно, девочки, знаете, как вы его в свое время дорастили до императора. Ну, то есть как-то показали ему всеми своими действиями, всеми его, ну, всеми своими словами о том, что это достойный мужчина, понимаете? И тут получается... Он разрушается из-за вас, девочки, по королеве жезлов. Королева жезлов, она реально, она непредсказуема. Это, знаете, как женщина с гранатой. Вы невзначай могли действительно поставить его в блок. Ну, просто вам так захотелось, понимаете? Для кого-то проиграется так. Вы снесли ему корону. Какое у него к вам отношение? Да печально, понимаете, тут у него есть к вам чувство, самое что интересное по восьмерке кубков, потому что все равно в эти отношения было вложено, много чего вложено, понимаете.
Есть мощная сексуальная привязка. Он к вам, кстати, очень серьезно относится по императору, да? Вы, вот смотрите, тоже вы для него, в его глазах тоже своего рода авторитет. И сейчас, кстати, ваш авторитет тоже может как бы в его глазах, ну, так, растушевываться, честно говоря. Тоже разрушаться. Вы ему снесли корону. И вот его отношение к вам, оно тоже может, ну, куда-то уходить. Он немножко как бы вас разочарован, да? И вы отдаляетесь ведь. Вы отдаляетесь. Если вы не ставили вот этого блока, ничего этого не делали, девочки, да, то здесь сам император, проявляя свою силу воли, характер, вот это, он ведет все к разрушению, потому что может быть другая женщина. Для кого-то проиграется так. И его отношение к вам, а у вас он такое ощущение, он вас не будет брать в какой-то. Ну, то есть он, понимаете, он считает, что он может вами управлять. Понимаете, он может над вами как-то брать верх. Это для тех девочек, я сейчас говорю, которые не ставили человека в блок. А кто поставил его в блок, у него, еще раз повторюсь, у него слетела корона, и он вас тоже, девчонки, начинает потихоньку, ну вот, ваш авторитет тоже будет чуть-чуть уходить. Хорошо. И по его мнению, тогда что по итогу между вами будет? Вот по его мнению, если тут такая история идет, башня. Интересно, пошел у нас расклад. Нет, не по его мнению, девочки. Давайте по мнению высших сил все-таки мы по высших сил это спрашиваем, да? По мнению высших сил и по итогу, к чему вся эта история может привести? Чему вся эта история может привести между вами? Что будет? Ну, здесь однозначно будет какое-то обновление. Здесь либо действительно могут завершиться у вас отношения. Сейчас, секунду. Тут двояко, конечно, история идет, да? О чем хотят передать высшие силы? Для кого-то, девочки, если поставили в блок, ваши отношения действительно могут быть завершены, и каждый пойдет, как говорится, своим путем. Каждый из вас обнулится, обновится и начнет свою жизнь заново. Все-таки еще выпадает аркан мир. А для кого-то вы пройдете эту башню, понимаете? Вы все равно пройдете это разрушение, но будет, девочки, здесь все зависеть от королевы жезлов, то есть от вас. Захотите ли вы дать как бы жизнь этим отношениям, но уже совершенно по-другому. Или не захотите. Вот здесь, конечно, идет мужчина с девушкой сидит, ну и с ребенком на руках. Вы можете перейти на совершенно на другой уровень ваших отношений, но вы должны четко, как правильно, вот понимаете, по рыцарю мечей вы должны четко сформулировать свои пожелания, ну, тут не совсем, конечно, тут даже требования, понимаете, тут не пожелания, тут даже требования. Если разрушение, ну, тут действительно может быть, да, вам необходимо вот из какого-то вот не совсем серьезного отношения по отношению к вам, вы должны четко поставить свои требования и только тогда идти, ну, как говорится, в новый путь с этим человеком, начинать проживать совершенно другую уже историю. Только так. По королеве жезлов вы четко должны знать, чего вы хотите. Разобраться. Хотите ли вы дальше этого товарища по девятке чаш, да? Ну, как бы желаний у него много, всего у него много. Вот. Нужно ли вам это или не нужно? Радовать его, так сказать, да? То есть вы, вот понимаете, по королеве жезлов вам нельзя забывать про себя. Вот это самое главное. То есть вы должны обнулиться, понимаете? Вы должны стать немножко другой. Вот когда вы станете немножко другая,
уже четко будете формулировать свои требования, тогда действительно у вас может начаться совершенно новый виток, вот как словно переход на другой уровень в ваших отношениях. Ну а для кого-то действительно эти отношения, ну, точка. По-другому здесь и не скажешь. Действительно, может быть, произойти точка. Но опять-таки, да, эта точка все равно вам даст возможность двигаться вперед, двигаться в будущее. Вы тоже что-то обновите в себе, как говорится, и также перейдете на совершенно на другие какие-то новые свои ступени. Те, которые вы пожелаете сами для себя. Ну, такой вот сегодня расклад, вот такие вот подсказки от высших сил. Как говорится, все в наших руках. Главное – верить в лучшее. Я с вами надолго не прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Всего доброго!